После недели замужества дочь пришла к отцу и жалуется, что новобрачный не исполняет своих обязанностей. Отец вызвал зятя на разговор, а тот заявляет, что он не знает, как это делается. Он говорит, ну посмотри, как это делают собаки. На следующий день он спрашивает у дочери, ну чё, как? Он говорит, да чё, как? Всю ночь, говорит, нюхал, а под утро обоссал.